Здравия желаю. Сегодня у меня, значит, ремонт реле. Да и многие спрашивали, заодно и покажу, как реле работает. Вот смотрите, база реле. Это вот тут реле. Вот она. Сейчас покажу. Вот. База этого реле, значит, марки. Марка. ДН48СС. То есть СС. У него, значит, вот такие лапки контактные. И к нему идет вот эта основа. То есть главная. Главная лапа, нога вот эта, которая засовывается. С этим реле у меня возникла проблема. С этим. То есть что-то выгорело. Вот сейчас посмотрим. Вот контакт номер 6. Это нормально закрытая. Контакт номер 5. Нормально открытая. Контакт номер 7. Питание 0. Контакт номер 2. Питание фаза. Контакт номер 8. Фаза для разрыва. И контакт номер 3-4. Это если вы поставите кнопку. Допустим, кнопкой будете включать. Вот контакт 3-4. То есть включите кнопкой. Я им не пользуюсь. Мне пока не надо. Ну и может кому надо будет. Сейчас у меня произошло что? Сейчас посмотрим, вот включим. У меня стояло, значит, на контакте номер 6. Вот его ставлю опять. Контакт номер 6. Значит. Нормально закрытая система. Нормально закрыто. То есть оно закрыто, не пропускает. Контакт номер 5 открытый в выключенном состоянии. То есть наоборот. Включим в сеть его. Подается питание на нее 220 вольт. Потребление реле там 0,1 миллиампера в час. То есть практически нулевое. Вот с этим реле возникли проблемки. Вот сейчас мы его засунем. Вставляем, видите, там есть прорезь. Черная такая для этой. То есть не перепутаешь. Ставишь, не перепутаешь. Включаем. Стоит на 0. На 4 секунды и на 0,1. Вот включаем. Видите? Не работает. Не работает. Выключаем, смотрим, что будем делать. Так, выключаем. Вытаскиваем его из корпуса. Когда вытаскиваете, сначала выключайте питание. Так. Сейчас, чтобы вам виднее было. Засунем это сюда и вот так. Так. Что происходит? Надо будет разбирать. Разбираем. Как оно разбирается? Просовывается сюда. Видите? Вот так. То есть разбирается легко. И проводим осмотр. Что в нем случилось? Визуальный осмотр показывает, что повреждение визуально не обнаружено. Так.
Но есть подгорелость, вот. Вот подгорелось. На самом реле. Реле стоит 12 ампер, 125 ватт, 10 ампер, 228 ватт, то есть ДС. То есть оно работает как на переменный ток, так и на постоянный ток. По запаху тоже не различишь. То есть надо разбирать, надо выпаивать. Вот. То есть возни, много возни, а стоит ли обчинка выделки? Цена его 300 рублей на русские деньги. Не будем выпаивать. Засунем назад. А что мы сделаем? Сейчас посмотрите, что мы сделаем. Не упаивать. А мы поменяем контакты. У нас, судя по всему, один контакт залип. Мы пятый вот, нормально закрытый. Открутим сейчас. Откручиваем. И включ... Вернее, шестой открутили, включили на пятый. На нормально открытый. И закручиваем. Так, а теперь вставляем на место. Вот здесь вот видите прорезь. По этой риске. Засовываем. Засунули. Включаем. Видите, лампочка загорелась. Потому что контакт нормально открыт. Выключаем. Включаем. Лампочка горит, раз, погасла. То есть реле. Сейчас я поставлю более большой промежуток, чтобы вы не поймете. Реле работает на одном контакте. Вот поставлю 4,4 секунды. Вот оно включено, выключилось. Опять включено. То есть получилось что? Получилось что реле. Получилось что реле потеряла один контакт нормально закрытый. Но нам-то это не важно, мы отцепляем один конец. То есть функциональность у нее избавилась, то есть на нее так бы можно было две каких-нибудь системы подключить. Где-то открывается, а где-то закрывается. А так вот при таком ремонте получается, что только одна система. Но мне пока этого другого не надо. То есть еще послужит. Сколько послужит, не знаю. Но тем не менее, без всякой этой, как говорится, волокиты мы сделали ремонт. И заодно познакомили вас с этими реле. Вопросов много было про реле. Еще раз повторяю, называется оно DN48SS. Производство это China, у меня еще есть Япон. Япон тоже сгорела, кстати. Одна ножка. Так что разница. Но Япон меньше западает, она не западала вообще, но потом сгорела. То есть реле DNC48SS. Так. Они выпускаются на 220 вольт, на 380 вольт, на 110 вольт переменки, на 36 вольт постоянки, на 48 вольт постоянки, на 24 вольт постоянки и на 12 вольт постоянки. Это как вы будете выбирать для каких целей. То есть получается 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 7 напряжений идет. Видите как? Нет, чтобы китайцам сделать и японцам. Чтобы переключать, поставить на эти напряжения, как вот нормально раньше делали. А так нет. Если у вас разные нужды, получается, вам надо 7 штук взять. Где-то надо постоянный ток прервать, где-то переменный, где-то 48 вольт, где-то 12 вольт. И все вам надо менять. Видите как? Но я применяю на 220. Обычный ток, переменный ток. Ну, все.